пляшет под спидом. А ты стоишь как вкопанный. Музыка громче, глаза закрыты. Это нон-стоп. Я в Москве встретился вот с дамой. Никита, мы решили пойти в зоопарк. Нам нужно было коротать как-то свое время. Тут вообще очень-очень сильно много народу сегодня. В общем, сейчас погуляем здесь, посмотрим немножечко и пойдем дела делать. Сейчас просто деваться некуда и решили зайти в зоопарк. Все, всем привет! Снова мы покушали, сходили в зоопарк. Сейчас мы пришли вот в такую вот студию, Evil Tattoo Studio. И сегодня здесь кое-что будет, то, что вам очень понравится. Мы будем бить логотип, я не знаю, вы, наверное, догадались, потому что это видео выйдет не скоро. И в Инстаграме, наверное, уже видели, там и в стори, или там прямая трансляция какая-то была, то есть будет. Вот, будем бить логотип ВПШ, потому что я считаю, это очень крутой паблик. Я реально подсел на него. Вот, встретились мы наконец-то. Привет. Когда ты сделаешь это? ВПШ. Ты у нас, подожди. Ты у нас админ, крутой чувак. Возвращался, уходил, у тебя должно быть ВПШ там. Зачеркнуто, а потом еще раз набито. Почему ты не сделаешь? Ну, знаешь, у меня такое отношение к татуировкам. Я не то, что типа плохо отношусь, ага. Это дело каждого, но лично на самом деле я не вижу татуировку, в принципе. Ну, ты думаешь, что она тебя будет как-то красить или что? Ну, вообще как-то, ну, отношусь нейтрально, в принципе. То есть я бы не хотел себе делать тату, в принципе. Но вообще, ты... не с логотипом, никакой либо тупой. Ну, ты сейчас так думаешь, я так считаю. Ну, возможно. Вот, например, даже взять Марьяну там, она себе маленькую сделала, а потом понеслась уже жопа побольше. Ну, Марьяна, она такая, в каком-то плане, такая рейвовая девчонка, типа, она такая, типа. Так, я, кстати, писал Игорь, думал, говорил, если Марьян Сверс сделает татуировку, отправьте ее как-нибудь к нам. И в итоге она, ну, ты же с ней был, по-моему, когда били, да? Да, мы стрим делали, я с ней прикольно, ты не видел? Я смотрел. В прямом фильме делали, да. И от Эва тоже был. Вот, я, блин, так жалел, думаю, почему не у меня? Кстати, Марьяна почему-то, я вот заметил, я там в Твиттере пишу все равно, и она и лайки ставит, и как-то и выставил даже. Она любит подписчиков, на самом деле очень много тем с ней раздувает, то, что типа она там ненавидит, толкает еще что-то, но я сам вижу, как она общается. Не, ну вот на вот этой фотосессии она вообще была, я в шоке был, потому что как она себя вела, это мега любовь, очень такая классная она. Вот, и все ее как-то обвиняют в лицемерии, в каком-то и так далее, но абсолютно могу сказать, что это не так. Ну да, окей, нормально, да. Мартыник, бля, почему меня с Мартыником все путают? Я устал. А еще меня называют постоянно вторым Филипп Марвином. На Марвина ты очень похож. Я с такой прической уже не так сильно. Ну похож. Да. А вот раньше был вообще. Когда ты начнешь влоги снимать? Не буду, наверное, этого делать никогда. Сейчас уже не так больно от кисти отошли. Рядом Милешка. Ладно. Да, я такой типа, блядь, Милен, так нельзя. Типа, чувак, она просто... Она не любит, типа, такое прям, какое-то прям няга-фанатское отношение, ну, ее можно понять, прям. Ну, это да, я тоже, я не, ничего, прям, я к ней вообще никакого негатива не испытываю. Ну, типа, если человек с моей фотографией набил, ну, типа, дроп, я бы, ну, не знаю, я в шоке был бы вообще полнейшим, просто, честно говоря. Ну еще ты ей сказал, типа, почему ты так себя вела, что ли, или что? Нет, ну просто мы с ней говорили, я такой, типа, спросил, как с ее стороны это звучало, я же слышал, как ты мне об этом рассказывал. Вот, она сказала, что, типа, нет, она как бы нормально относится, она и видела, что ты донатил, даже, да, вроде как. Что сделал? Ты донатил, ей да, 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 она видела это все, ей приятно, но, типа, просто, ну, это в каком-то плане перебор. Ну, ну не знаю, ну, я согласен, здраво, да. Здраво, как бы, если подумать, вот.
короче. А так ей приятно, естественно. Мы обсуждали, мы и с Марьяной. Марьяне, по-моему, показывает тоже татушку, она охерела. Я, кстати, хотел, думал, Марьяна может будет. Блин, она мне вообще так понравилась, честно говоря, когда вот на съемке. Съемке, да. Она охеренная. Мы вот так дружились, капец, на самом деле. Она очень красивая. Мы были на неделе моды Mercedes-Benz с подругой. И, короче, я уже собираюсь ее проводить до метро. И, короче, на выходе на меня просто летает девочка такая, напрыгивает просто. Просто, знаешь, так ему прям чуть не на спину напрыгнула, короче. Я такой, ну, в шоке немножко, было приятно. Ну, понимали, она заплакала, короче, такая, ну, типа, я так тебя рада как видеть. Так можно? И так далее, вот, ну, типа... Был бы ты, я не знаю. Ну, блогер, да, и так далее, то есть я абсолютно, ну, мне приятно, конечно, такое внимание, но я не воспринимаю там какую-то популярность и так далее, в принципе. Да, я общаюсь с популярными людьми, но не более того. Кетчуп есть? Кровавый ВБШ, знаешь, такой типа? Да, да, да. А этот Витя не говорит по поводу футболочки его? Всем привет, ребята! Вот мой день первый в Москве закончился. Что сказать? Мне все понравилось, я очень сильно натер ноги, очень много прошел. Мы были в зоопарке, были с Газиным. Я сейчас встретился со своими одноклассниками, которые почему-то живут здесь. В общем, мы хорошо посидели, встретились с ними. Все отлично, возвращаюсь в отель. Этот трек делает тебя сильней. Он прикольнее, чем колеса, и роднее, чем портвейн. Раза в три круче, чем самый первый секс-партнер. Все девчата в таком трипе, что аж мама не горюй. Прыгай так, будто ты совсем.